Поезд чемпиона Eagle FC возвращается в Дагестан. На родину после победы из Кыргызстана вернулся обладатель титула престижной бойцовской лиги в легчайшем весе Мансур Малачиев. В аэропорту спортсмены устроили торжественный прием. Радость триумфа с ним разделили его родные сельчане из Зубутли Миатли, одноклубники из команды Universal Fighters, а также представители Минспорта. Напомним, что 3 августа на турнире в Кыргызстане Малачиев удушающим приемом одолел Рашида Вагабова и тем самым сохранил титул чемпиона. Успешная защита титула, уверен спортсмен, открывает перед ним новые перспективы. Мансур уже давно мечтает попасть в UFC. У меня на самом деле и желания, и намерения нет больше здесь выступать, поэтому только за океаном. Я надеюсь, это, как они обещали, как сказали, они это сделают для меня. Там они говорили, кто в нашей лиге станет чемпионом и будет защищать один или два раза этого человека, что они отправят за океаном. Ну, я надеюсь, что они отправят, потому что я доказал, что я настоящий чемпион.